Книгу британского писателя Джона Масси Стюарта переведут на казахский язык. Она увидит свет в рамках программы «Рухани Жангру». Ожидается, что произведение «Томас, Люси и Алатау. Приключения Аткинсонов в Сибири и Казахской степи» укрепит сотрудничество между нашей республикой и Соединенным Королевством и даст толчок развитию туризма. Подробности у Галымжана Караманулы. Британские путешественники Томас и Люси Аткинсоны, главные герои книги, заговорят на казахском языке. Автор английской версии, 86-летний писатель Джон Масси Стюарт, в прошлом году по приглашению акимата Алматинской области побывал в Жетсу и провел презентацию. Английский аксакал тогда посетил и местные сакральные места. Я очень благодарен тому, что моя книга будет переведена на казахский язык и издана в канун 30-летия независимости Казахстана. Также я хочу сказать спасибо вашему первому президенту Нурсултану Назарбаеву за то, что он инициировал такую замечательную программу, как «Рухани Жангру». Книга повествует об известном архитекторе и путешественнике, первом европейце, посетившем в середине 19 века Казахстан, Томасе Аткинсоне. В семье Томаса и Люси во время путешествий у родника Тамшублах в Аксузском районе родился мальчик, которого назвали Алатау Тамшублах. Томас рисовал красивые пейзажи и вел подробный дневник, в которых описывал быт и культуру местного народа. Перевод очень интересного, бесценного труда даст дальнейшее развитие, толчку реализации программы «Рухани Жангру». Наверное, будет большим интересным шагом вперед в реализации международного и внутреннего туризма. Издание книги с тиражом 2000 экземпляров запланировано на следующий год. Ее презентуют как в Казахстане, так и в Соединенном Королевстве. Галымжан Харманулы, Великобритания, Лондон, специально для Хабар 24.